Идея пре-пати долгое время расценивалась как своего рода разогрев перед вечеринкой. Но со временем пре-пати превратились в самостоятельные события, которые становятся не менее интересными и увлекательными в сравнении с основной частью вечерней ночной программы. Это, например, и вовсе проходило в формате съемок видеоклипа. Все всегда происходит очень спонтанно, сумбурно, потому что мы девочки. Но, как показывает практика, все всегда, все правильное, оно всегда, все необходимое и нужное в жизни, оно все складывается вот в одну картинку целую. Это будет серия вечеринок, проводиться они будут раз в месяц. Концепт вечеринки в том, что мы возвращаемся к истоком тусовок девичьих, когда мы собирались все на дискотеке, красились, одевались, пили коктейли, проводили время сначала совместно где-то дома, девичники устраивали, и затем ехали уже там тусить по клубам. Вот это все мы получаем сейчас. Существует кролик в своей ежедневной какой-то жизни, да, тусовочной, и тут мы как фурии внеслись в его жизнь со своими макияжами, со своими смешками, весельями, танцами, то есть... Вот что-то такое мы хотели создать. В съемке приняли участие известные стилисты, дизайнеры, модели и другие представители фэшн-направления. Визуальный ряд создавали соавторы этой идеи, творческое трио «Френды». Сама атмосфера, вот эта вот задумка, конечно же, планировалась как девичье событие, девичье мероприятие, на котором все будут веселиться, там, прихорашиваться, приводить себя в порядок. Наша атмосфера, нашей команды «Френды» также будет способствовать расслаблению девушек. Будем давать, конечно же, и советы, и делать модные акценты, расставлять макияжи, давать прям отдельные советы по образу. Сделают модную укладку и расскажут, какие-то советы дадут каждому индивидуально. У каждой девушки свои моменты, свои какие-то секреты. И здесь можно будет проконсультироваться, то есть какой цвет помады, какие стрелки, какая укладка лучше. Пре-пати похоже на аперитив, который позволяет повысить градус позитивного настроения. Ну а как пройдет эта встреча с участием «Френдов» и «Белого кролика», мы узнаем 28 апреля.